Самая большая наша проблема, конечно, состоит в том, что мы как бы все сборы тренировали одну команду, а вот сегодня 21 число, до чемпионата Европы осталось меньше 2 недель, и мы вот получили, так сказать, в свое распоряжение полностью весь состав. То есть Люда Науменко, Чек и Кириенко, они были в составе молодежной сборной на чемпионате Европы. То есть мы имеем возможность, вот сейчас вот первая тренировка проходит, разучивание комбинаций. Это, конечно, смешно, до чемпионата Европы осталось очень много времени, но попытаемся что-то сделать. Ну, самым обидным, самым таким неприятным для нас является то, что сейчас Аня Кириенко просто выпала со строя полностью. Она на чемпионате Европы не выходила вообще на площадку, и сейчас просто она и в психологической, и в физической форме, ну, мы боимся, что мы человека не довосстановим на чемпионат Европы. Для нас это, конечно, очень большая потеря, вот, и, ну, сумеем восстановить, будет отлично, но, конечно, я считаю, что это у нас уже пошел пробел. Девчонки молодцы, выложились, очень хороший прошел сбор по физподготовке, очень хороший. Опять-таки, 3 наших человека выпали с этого сбора, очень жалко, потому что я лично люблю, когда команда ровно подготовлена физически, то есть в одинаковой физической форме. Значит, мы прошли сбор, никто не выпал, молодцы девчонки, оттренировались как никогда. Значит, сейчас вот, собственно говоря, последний сбор у нас такой перед Турцией, больше уже тактики даем, вот уже на той базе, которую физической формы накопили, уже на этой базе работаем. Плюс, вы знаете, вот интенсивность тренировок высокая, скорость высокая, все это как бы устраивает. Вот, это хорошо. И потом, вы знаете, вот у нас очень тяжелая подгруппа, но мы настолько оптимистично настроены, знаете, вот как я все время шучу со своими коллегами, а что нам играть с командами, которые где-то там внизу телепаются, лучше сразу выходить на хороших. То есть Бельгия, это команда, которая в подгруппе у нас заняла на прошлом чемпионате по 93-му году 2-е место и 5-е место в мире, это наша подгруппа. Сербия, ну понятно, баскетбольная страна, и Италия, которая 92-м годом стала чемпионками Европы, и там было 5 человек 93-го года. То есть мы готовы к хорошему сопернику, мы готовимся на хорошего соперника. Ну а как сложится, даст Бог, будет все хорошо. Очень хорошая команда девушек 20-летних, очень хорошая. И они, конечно, вот, скажем, внутри надеялись на то, что будет место выше. Очень хорошие мастера Малашенко, Мазниченко, Ягупова. Вот, к ним вот Люда Науменко в пятерку влилась. Это мастера очень высокого класса уже. Конечно, вот внутри каждый солдат мечтает стать генералом. Хотелось, им хотелось быть в призах. Нам хотелось, чтобы они были в призах. Может быть, вот это 6-е место, вы говорите, эмоционально подняло, может быть, даже понизило немножечко этот эмоциональный фон. Но я считаю, что это великолепное место. Что люди, которые говорят, что вот, мол, 6-е место, это ничего, это чемпионат Европы. Это команды, понимаете, вот соберем все европейские лучшие команды. Они готовятся, все готовятся. У каждой команды, каждой стороны есть свой потенциал. То есть то, что Украина показывает, то, что Украина 6-е место занимает, вообще вот в 8-ку попадает, это великолепный результат. Турнир в Турции. Вот от этого турнира мы не ждем ничего особенного. Почему? Потому что наша задача, вот первоначальная задача, это проверить игроков. Вот, даже сказать, проверить комбинации, что-то, нет, проверить игроков. Мы не будем работать сейчас на результат, абсолютно. Нам надо посмотреть, кто у нас будет действительно бойцом, кто будет играть. Мы даже стартовый состав пока не успели определить. Нам нужно определение этого стартового состава. И там играет Франция, там играет Нидерланды, то есть команды, которые, на которые мы выходим в следующую подгруппу на чемпионате Европы. И вы знаете, на турнирах обычно никто не показывает свои козыри, никто не показывает свои какие-то потайные решения, скажем так. Турнир проверяются бойцы. Вот, вот знаете, вот если даже сразу же звонить, говорить, как у нас будет результат, у меня вообще турнир для меня это не победа. Тут не важно, как ты сыграешь, не важно. Важно для себя сделать хорошие выводы и правильные. Да-да, уже турнир нам покажет, кто будет на чемпионате Европы. Мы едем 13 девушками, и получается, одна выпадает. И вот нам сейчас даже определиться, знаете как, прирастаешь к девчонкам, просто прирастаешь. Вот сейчас сказать, кто-то лучше, кто-то хуже, они все одинаковые. Кажется, есть своя какая-то сильная сторона, есть слабая сторона. И вот тут уже надо для команды посмотреть, какая из девушек больше подойдет. Или же это будет игрок, который играет, значит, передней линии или задней линии игрок. Уже посмотрим, где у нас, так сказать, больше наша команда нуждается, в каком игроке.
Ну, этот этап мы уже перешли больше на такую тактическую подготовку, сборы на стадионе, как бы физическую подготовку мы уже прошли, сейчас мы уже отрабатываем более взаимодействие, ну, командную игру. Сейчас мы как бы с девочками проходим, изучаем комбинации, потому что у них были одни, у нас другие. И сейчас вот пытаемся все вместе, как бы, ну, самое главное, ну, не комбинация, а как мы чувствуем друг друга на площадке и взаимодействие, то есть командная игра. А мы просто, это уже второй чемпионат Европы у нас вместе, то есть мы прошли, как бы, мы друг друга знаем, мы против друг друга играем в чемпионатах, и я думаю, что все будет хорошо, что мы сыграемся. Ну, турнир в Турции, я думаю, как раз отточим все наши взаимодействия. Я думаю, что даст нам более командную игру. Как раз сыграемся с девочками, потому что на тренировке это одно, а против серьезных соперников это уже другая игра. И нам сказали, что будет Франция и Нидерланды. Это очень хорошие команды. Они занимают высокие места на чемпионатах Европы. Ну, с хорошим. Мне там понравилось, как бы, опыта больше набралось. И как бы сюда уже приехала чуть-чуть с больше опыта. Как бы. Ну, будем ехать вот в Турцию. Думаю, будем выигрывать первые места. Я готова всему, мы готовы Европу рвать. Мы должны приехать с хорошим местом, показать хороший результат по Ю-18. Ну, как бы, поедем в Турцию, посмотрим, как мы сыграем, а потом уже будем смотреть дальше. Да, тяжело, сначала тяжело влиться, но потом как бы со временем все нормально. Ну, как бы 2 дня только тренируемся, посмотрим, как в Турцию будем, как сыграемся. Ну, потихонечку вольемся. Мы просто мало очень бегали, почти не проходили физсбор. Ну, как бы тяжело, хотелось бы побегать бы. Как? Ну, выиграем всех и приедем сюда с медалями.